Вы смотрите обзор товара «Крапива сушеная, 15 кг». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Состав «Крапива сушеная». Удобрительная подкормка, стимулятор роста. Питательный настой из крапивы применяется для плодовых, ягодных, овощных и цветочных культур и комнатного цветоводства. Восполняет запасы азота и калия. Способствует устойчивости растений к заболеваниям и оздоровлению почвы. Землю, политую настоем крапивы, любит дождевые черви. Увеличивает зеленую массу растений. Способствует образованию хлорофилла, делает окраску листьев более сочной и яркой. Ускоряет рост и созревание плодов. Способ применения. Для полива под корень растений применяется 1 литр настоя крапивы на 10 литров воды. Для подкормки растений по листу применяется 1 литр настоя крапивы на 20 литров воды. Для борьбы с вредителями растений рекомендуем использовать настой крапивы без разведения водой в чистом виде. Не рекомендуем применять раствор крапивы для удобрения лука, чеснока, фасоли и гороха. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.